В Хакасии сегодня подвели итоги года молодежи. Торжество прошло в Хакасском госуниверситете. В зале собрались активисты из рядов студенчества, волонтеры, а также представители министерств, ведомств и предприятий, которые активно поддерживают молодежные инициативы. Поблагодарить их за работу пришел лично глава республики. Правительственным подарком молодежи Хакасии уже в этом году станет парк «Патриот», а также новый форум, который объединит несколько сотен представителей именно работающей молодежи. Ничего подобного прежде именно для молодых специалистов в республике не проводилось. Стимулом юному поколению для дальнейшей отличной учебы и плодотворной работы стали правительственные благодарности. Отдельные награды представителям министерств и предприятий, которые активно участвуют в жизни молодежи республики. Благодарности главы Хакасии достойна и директор нашей телерадиокомпании Лариса Ефименко-Михайлова. ГТРК «Хакасия», безусловно, тоже не в стороне. Молодежная тематика занимает достойное свое место в программе «Вести Хакасия». Более того, в ГТРК «Хакасия» имеется молодежный проект «Утро. Молодое утро» в «Вести Хакасия», который выходит по четвергам на федеральном канале «Россия-1». Ну и кроме того, ГТРК «Хакасия» готовит грандиозный и, по сути, уникальный проект для нашего региона. Призываю к участию всю молодежь, как студенческую, школьную, так и работающую молодежь нашей республики.